кто-то из нас двоих. А песню, ну, допустим, предположим, «Жопа мертвеца» или как-нибудь еще. Потому что я вижу достаточное количество жоп мертвеца в этом зале. Но я не вижу бодрящуюся ореховскую молодежь. А ведь это одна из самых наших известных песен. И когда мы ее сыграем, у нас останется еще одна такая же известная. И что мы будем с вами делать в этом лесу? Поэтому, ребята, прямо сейчас кто-то из нас двоих! Станет в небе, сады за маном, не обеспечит свой шаг.